На Южный Урал прибыла еще одна святыня. В Челябинск привезли мироточивую икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец». 2 года назад южноуральцы уже могли ей поклониться в Свято-Семеновском соборе. И теперь это можно сделать вновь. В эти минуты рукописный образ встречают в церкви на берегу Смолина. Считается, что икона помогает исцелиться, примиряет враждующих и предупреждает о будущих катастрофах. Известные факты, что образ мироточил перед взрывами московских домов в 99 году, а также в день гибели атомохода «Курск», а еще незадолго до трагедии в Беслане. Икона написана в прошлом веке неизвестным автором. Долгое время она хранилась в обычной подмосковной хрущевке. Позже ее передали церкви. Чудотворный образ периодически вывозят в регионы. В Челябинск святыня пробудет до 24 ноября. Каждый день с 9 утра до 7 вечера будут проходить службы. Настоятели храма просят не создавать ажиотажа. Придя сюда, в храм, и ведя себя недостойно, можно получить обратное, вразумление. Поэтому надо набираться терпения, если народу слишком много. Мы будем стараться, чтобы у людей не было, по крайней мере, дополнительных неудобств.